Всем доброе утро, всем привет. Сегодня мы начинаем наше путешествие новое. Едем на Северный полюс. Дело в том, что правда. Мы едем, хорошо, не на Северный полюс, но далеко за Северный полярный круг. В прошлом году мы ездили в Лапландию, снег, заснеженные елки, холод, и нам очень понравилось. Маська в снежки играла, бегала по снегу, и мы думали, что хотели повернуться еще к снегу. Я так понимаю, на будущий год мы опять поедем на снег? А? На будущий год опять поедем? Вполне возможно, потому что сколько этого энтузиазма. Выбрали наше путешествие на север Норвегии, к фьордам. Надеюсь, что будет много приключений. Приключения уже начались. Всем привет. Доброе утро. Доброе. Амаля, иди. Good morning. Амаля. Lütfen el bagajlarınızı yerleştirirken koridordaki geçişe müsaade ediniz. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, please do not block the aisle by placing your hands on the chicken over it. Please thank you for your cooperation. Привет всем. Мы доехали до Осло и сейчас ждем самолета, полетим в Тромсе. Весь день Маська молодец, выдержала все, и сейчас мы летим. Заслужила конфетки, очень вкусные. Вот мы ждем посадку. Надо на автобусе, чтобы доехать до гостиницы, да? Вот мы приехали. Я вытащила папу снежок. Да, снег идет. Вот мы и на месте. Добрались. Холодно. Иди погладь его. Настоящая шерсть настоящая? Когти настоящие. А не нельзя где напишешь не затрогать? На всякий случай, вдруг развалится. Настоящий? Угу. Ага. Когти настоящие. Это иди обними его. А? Обними его. Мать, подожди, что, ты боишься его? Он настоящий. Он тебя не съест. Здесь в отель, и пока все остались в отеле, а я решил пойти в супер, купить что-нибудь покушать. Поэтому один вышел, пойду поищу
магазин. Вот такой вот город Тромсе. Идет снег, классно. Все, пошел в магазин. Обещал маленькая фотосессия по товарам и по ценам на товары. Утренний поход на завтрак. Наконец-то мы встали. После вчерашнего тяжелого дня было.